Себя, да? И может быть козлика назад, да? Давай, Глеб. Наша умница дальше давай спать. Не согнул. Дима,
три. Садись ближе на край, сильно, чуть-чуть назад. Найди золотую середину. Прижала подбородок, пятки оторви. Возьми группировку плотная. Подбородок, потихонечку падай, пошла. Держи, оп! Да держи! Вперёдку! Давай! Уже лучше. Ножки открываешь прямые и руки на пол. Твоё понимаешь, а сделай, да? Чуть-чуть поровнее. Подожди, Томми, прыгни. Давай, Маш, приготовилась. Подбородок убери. Держи подбородок. Пошла потихонечку. Падай! Умничка, только группировку просто обозначу. Надо ее взять. Лодочка. Готово. Встала ровно, уверенно. Живот, попу зажала. Пошла. Я на пять.
делаем. Носочек, колено. Давай, Саша. Саша, давай же носок, молодец. Сань, ты где там? Ты в трамплин-то попадешь хоть раз, а? Машка, готова? Ближе на край. Да. Сильно. Чуть-чуть назад. Вот так. Пошла потихонечку. Падай. Падай. Ноги! Да ёпки. Ноги! Ножки вверх, май. А ты не сидела, поставила ноги, начала падать назад, выпрямила ноги и нажала. Колени. Сейчас. Прямо нос. Лен, готовься. Ровненько. Оп. Лена, готова? Давай. Приготовилась. Пошла. Прыгай, прыгай. Давай, Леночка. Thank you.
Мишка, готовы? Подбородок. Жди, ап, отбивай ноги в потолок. Пошла потихонечку, падай. Ну что ты делаешь? Блин. Ты сидишь, ноги опускаешь, начинаешь падать. Ноги надо держать. Давай. Творит, да? Готовы ли? Пошла! Тас! Лёш, это у меня ты показывал? На вход перепрыгивай. Вот, Маш, твоя задача держать пятерок. Сделать пятерок назад. А. Хорошая. Ты так и осталось. Маша, ближе на край. Еще. Взяла группировку. Делаешь кувырок. Пятки подними. Возьми группировку, Маш. Подожди. Смотри на меня. Вот так. Не надо вот здесь держать. Вот. Таз. Приготовилась. Подбородок. Пятки выше. Руки пониже возьми. Вот так. Перекатывайся потихонечку. Катись! Держи! Оп! Ноги выпрямляют. Оп! Выпрямляют. Оп! Оп! Хорошо, девочка, плохо себя нравится, да? Таз выпрямляй. Готовы? Пошла. Оп. Yes. Выпрямляешься, а руки у тебя вот здесь остаются, ага. Поэтому приземляешься на голову. А надо, значит, больше за назад ручку, да? Давай, пять! Приготовилась, Маш! Да прыгай! Приготовилась! Подбородок, Маш! Падай! Держи, 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 держи! Оп!
Давай, пари! Готовилась. Вот, Лев. Вот это правильно хотел. Смысл правильно. Готова? Пошла. Сейчас Томми прыгнет. Давай, Маш, подбородок, группировку пониже. Оп! Ну, молодец! Чуть не дождалась подушек, сама сделала. Пять. Полтора назад, Лёв. Хорошо, козла назад. Подушку. Устал, как заведенный, блядь, туда-сюда. Я. Видел? Полтора давай. Огонь? Ну да. Нету входа. Я вот так руки. Ну круто. Давай, Лёх, готов? Лёх, скажешь, когда готов. Пошёл. Тас! У тебя начало лучше, чем смех. Лёх, не сопротивляйся. Колено. Носит. Оп. Лёх, чё растерялся? Я тебе всё скажу. Давай прямой старт назад. Потом вставай шкоф назад. Вот, ровно. Вот так, стоят раком.
Разворачивайся лицом. Готово? Пониже возьми ровно группировку. Ниже руки. Вот тут. Все, и ровно. Подбородок. Пятки подними. Паш, только отсюда руки. Сюда. А у тебя отсюда? Сюда. И головой сбой. Лёв, готов? Сейчас Томми прыгнет, подожди. Давай, Том. Готов, Лёв? Пошёл! Раз! Дурак, что ли, а? Лёв, дурак, что ли? Чё ты там машешь, блин? Открылся и держи. Пять. Апай громко. Поясницы, башкой не дёргай. Было бы еще вверх подпрыгнуть, а ты так сокуратнее чего, вниз. Лена, все тебе скажу, прыгай, моя хорошая. Нос подними, Глеб, лучше зажми. Стас! Леша, мне не пора, так что я пойду. Ну, ладно, спасибо. Да не за что. Ну, молодцом, Глеб. Все, Леночка, хватит, а то ты начинаешь назад прыгать. Не вверх, а назад. Готово? Маленький. Пошла. Я. Файл, ну ты круг. Ты круг. Спрашивай. Лёх, ты пока готовься, Томми, давай. Готовься пока. Давай, Томми. Легко. Это бой вверх. Я встал, дай. Живот, держи, держи, держи живот. Том, отлично. В открытии поджимался, поджимался, но ты раз и за уши поставишь. А ты перед носом вот сюда руку воткнул. Готов, Лёв? Пошел. Ноги! Пять! Лёха, ты в мостик открылся, Лёв. Подбородок. Березку надо, а ты в мостик. Сань, что так дергаешься? Что так дергаешься в конце? Высотище вот так. Правда? Молодец! Только ты на вышке не делаешь, как в зале. Раз-два. Делаешь раз и слазишь снизу. Мне сейчас крутка понравилась. Ну, у тебя нет, тебя крутил получше. Но все равно у тебя есть вот это движение. Нет, дальше давай. Глаза, глаза, глаза. Дальше крутка поворот. Давай. Да. Все как надо. Молодец, Глеб. Давай с небольшого. Раз, два. Давай, Маш. Группировку четкую возьми. Да не вот так.
А пальцы собери. Подбородок убери на носки. Поджимай потихонечку. Пятки к попе. Поджимай. Поехали. Саша, хватит херней заниматься. Я говорю, разворачивай. Под себя? Нет, огорба. Парит, прыгаем все. Тут камеры стоят, на тебя дедушка смотрит. Ему стыдно сейчас за тебя. Чего сделать? Давай, иди. Не с ногами, ты сейчас просто на живот приземлишься, будет больно. Ноги выстреливай, руки за уши. Тело уверенно теперь берешь. Все у тебя нормально уже. Скажи, готовы, я включаю. Пошла. А! Полтора вперед. Саш, немножко рановато стало открываться. А так неплохо. Сам прыжок хороший, но знаешь, как ты раз и продолжала лететь, а потом только выпрямила ноги. Ты доделал и сразу выпрямляй. Вверх, Сашка, вверх. На грудь. Оп. Давай, Лёх. Скажешь, когда готов. Ты потому что открываешься вот сюда. Пошел. Ой, далеко. Чуть-чуть руки не довел. Вот здесь оставил. На поле. Вот так получилось. Чуть-чуть. Глеб, да руки. Нет, ну сейчас руки на Она будет ближе к семерке. Потрясающе. Они не работают, да? Но она будет большая, и тебе хватит. Лен, ты долго там будешь круги накручивать? А то я... Ты как лев, лев, ты там мечешь. Ты делал уже 500 раз, смотри, ты не играй роль артиста. Давай. Что, готов? Нет.
Ты встань, руки поставь. Когда увидишь, что она хорошо, начинай делать. Таз. Готов? Пошел. Фарид, отойди, пожалуйста. Ты просто начинай падать, а потом толкнись. Падай, толкнись ногами, и все. Начни с падения, а потом толчок. На носки поднимись. Падай. Падай. Вот так. Готово? Пошла. Блин. Правильно. Ты так все понял. Маш, садись на край. И делай вместе с ним. Прижми подбородок. Возьми группировку. Ни хрена себе вход. Давай. Оп! Ну что, хочешь подушку прыгнуть? Давай на семерку иди. Здесь камера тебя снимает. Отойди. На семерку? Да. Я тебе включу подушку. Тас! Блонжон? Блонжон, с Алтайца. Я тебе подушку включу. Опять ноги поставила на трамплин, а потом дернула. Леха, закрутить кто будет, я или кто? Включи подушку на семерку, я просто блонжон. И детям, не надо мне никаких блонжон. Сделай с пятеркой, хорошо. Давай. Трешки как раз. Долетишь. Пошути. А чё ж ты носик-то в открытку убрала? Ну так здорово всё. Носик раз, поднимаешь и вот. А ты оп. И дальше. Второй сальто под водой сделала, дай. Давай. Пятки поднимай вверх. Возьми уверенно группировку, опять же. Да что у тебя пальцы в растопырку? Вот так. Подтягивай пятки к попе. Подтягивай. И падай назад. Падай. Оп. Для первого раза пойдет, что, нет? Да-да. Давай прямой спад назад. Между трамплинами встаешь и прямая падаешь. Если же про то, то, что я... Подушку включу. Смелее.
Эд, немножко к себе потащил ноги, поэтому тебя остановил чуть-чуть. Чуть побыстрее. Дальше давай. Не, еще побыстрее. Нет, дальше давай. Позвольте. Нет. Пожалуйста. 500 рублей. Щука назад давай. Я ее сверху. Конечно. Сейчас, наверх. Саня, что за раскладушку? Да, я что-то это... Я думал, не получается, а потом смотрю, вода. Давай, Ленок. Только с первого на сколько и сразу уверенно делай. Обязательно. Делаешь сразу. Второй попытки нет. Ты скажешь, когда готовы, я в тебя включаю. Пошла! Сейчас наверх! Оп! Ну что, молодцы! Первый блин комом, конечно. Куда вы оба, блин? Согнутых ног вперед носом. Ты вообще под трамплином. Ты от трамплина там где-то. Так, что мне надо сделать по-другому? Ну, чуть-чуть немножко что? Подождать. Забросить руки наверх, колени до конца выпрямить. Конечно. Это то же самое, абсолютно. Вот сюда, вот так, а у вас согнутых ног вперед. Подушку делай. Давай, Лен, вставай. Нет, стоять, смотреть, как я это буду делать. Ты делай. Делай это. Включил. Да. Прыгай. Сань, что тебя тянет сегодня вперед? Что тебя тянет вперед? Верни плечи поровней тогда, назад немного. Ну теперь посмелее вверх ноги, а ты в мостик открылся. Давай, Лен. Готова? Скажешь, когда готова. Лен. Пошла! Стас! Ленка, умница! Сань, ты что бросаешь прыжок на полпути? Ты прям раз, а ты хрен бы с ним. Подними ноги выше головы. Лен, вот Давай, 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 давай,
потихонечку перекатывается. Оп! Готов, пари! Давай! Встань ровно! Я тебе скажу, пошел, и ты делаешь! Встань ровно! Пошел! Между трамплинами прямой. Вот с этого. Да вот между трамплином. Ты мне просто слово скажи, готов. Это гораздо лучше, чем назад. Подкрытие мне твое прям очень нравится. Ну да, ты оставляешь руки, не знаю по какой причине. Постарайся туда, как на мостик, постарайся вместе с носом. Время 7. Время 8. Ленка, я тебя сердечно поздравляю. Ты сегодня героиня дня без галстука. Сама тебе. Сама. 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 Алена. Стас. Давай. Сашу, щупу. Ну, что за лапки-то, блин? Саня, ну, козла там, постарайся. Ты не понимаешь. У тебя потолок белый, вода синяя. Стены желтые. Эд, чуть-чуть поспокойнее начинай, ты же не трис назад делай. И носки колени натягивай, обратно возвращай. Во-во-во. Правильно же хотел, зачем ты ноги согнул? Тебя прям раз и остановило, как стоп-кран нажал. Просто я думал, я на спину. Ну так ходит, ты согнул, поэтому полетел на спину. Поднял бы ноги выше. Че, пари, давай на сиденье. Я скорее всего начну перекручивать, я ноги делаю. Да, ты вообще беспокоен. Не на очень много. Разница в полете на секунду. Нормально? Уже лучше гораздо. Пои, вылетел. Это твои ноги. Твоя спина. Берешь, складываешь ноги, садишься на плечи. Ноги не складывай, а таз наоборот зажимай его крепкий, прямым пойди. Сашечка на 3 метра. Давай. Прям очень спокойно начинай. Сальто надо? Не солдат. Давай. Обязательно. Носки. Я не чувствую прям сейчас. Пошла. Колено. Стас. Самое главное, там не дал проблем. Я не знаю, ее перелетело чуть-чуть. Давай, просто сделай. Делай, давай. Давай еще сама попробуй. Ты как понял, ты себя не отворачивайся, ладно? Вот смотри уже, насколько смелее стал делать. Даже на живот. Ты на живот вошел. Ну, не то чтобы прям грубо говоря, ты перешел. Да, перенеси. Немного. Вот вода, вот твои ноги. То есть для тела в воду вошло, а ногами хлёст сделал. Сашулечка. Таз. Оп!
А носик кто будет поднимать? Да. Ну ты раз. И руки сюда ставишь. Не тешь, как на сайте. Ну еще сниму. А? Еще сниму. Башка уже. Я не знаю. Товарищ! Удачи! Колено. Тяни носки. Ты долго там стоять будешь. Начинаешь напрягать. Давай. Мальчик. У нас здесь тренировка. Уйди, пожалуйста. А сейчас почувствую? Конечно. Я не умею лапать. Я всегда яйца. Большие, наверное. Где вы поравняете? А, месяц? Я бы тебе предложил... Стас! Я бы тебе предложил вышку попробовать. Пробовал ее? Жестко опору сделать, козла назад. Давай! Что, машинка вот сюда прилетела, дальше меня даже. Тут ни одна подушка не спасла. Пошел! Что ты сделал? Ты открылась в мостик, вылетела, как тебе нравится. И вот ты на спину грохнул. Сань, ты руку выброси за уши. И жди, здрасте. А что такое выбрал оттуда снизу? Подушка называется, воздушка. Раз! Ты колебали уже. То. Руку поднял, и чтобы у тебя колени вот этот подмышек коснулись. Понимаешь? А ты головой хочешь что-то сделать. Тебе надо раз и два вверх, а у тебя раз и два. У тебя срыв идет. У тебя нет толчка, ты как с метра прыгаешь. Даже с метра иногда лучше делаешь. Тогда не будет. Тогда не будет. Ну для первого раза огонь, а что на вход вот так? Давай, Фарид! Томми, прыгай! Так, Лепка, теперь руки не на вход держишь, а в стороны. Раз, два. И левую руку вводишь назад. Да, делаешь руку левую, убираешь. Входишь вниз головой. Фарид, готов? Саша, на грудь! Ну, огонь, огонь! Вообще! Okay.
Леха, большую врубаю. Делай, что есть силы. Большую подушку включай. Делай, что есть силы. Не передумываешь. Открываешь и ставишь. Давай, Леха, вся страна на тебя смотрит. 5. Дай! Как вы мне дороги. Мне надо тоже марку себе. Пошел! Ноги! Приходите, надо. Приходите. Дядька, ну это больше похож, конечно, на ласт. Да, ты вообще склад. Ты просто раз. Леша, включай, пожалуйста. Да иди нафиг, у тебя все отлично. Оно имеет свойство ломаться, причем очень часто. Давай, Лен. Лев, давай сверху круг. Раз, два, ноги поднимаешь и только потом уводишь руку. Одну руку. А ты стоишь раз, два и весь. Ты еще на трамплине, а ты уже повернут вот так. На грудь! Ты куда? Давай. Да залили меня нахрен уже всего. Что не так сделал? Бы? Вообще ничего, не, все не так. Вверх. Таз. Злой ты. Да, конечно, злой. Пришел сухой, ухожу мокрый. Умниц. Кому? Нет. Ну, тара назад только. Разок, я просто плохие, а потом не надо. Ладно, давай. Маша, накрась, сядь. Саша на край наскакивает. Колено повыше. Таз наверх. О! Все равно в меня, блин. Все равно в меня. Какой молодец, Сань. Давай, Маша. Потихонечку перекатывайся. Держи, держи, держи. Оп! И такой тоже был. А давно нас выиграли? Да не, недавно. Да? Маша, ты далеко? Блин. Далеко села. Ближе на край надо садиться. Глеб, одну руку убираешь, левую. Вверх. Тебе нет. Так же, чуть назад ты уводишь руку. Одну левую. Саш, один прыжок к тебе. Я вот под трамплин спрятаю. Что, так и не прыгнул? Ланжон. А? Ланжон. Прыгнул бы сам дальше. Получилось? Ну, почти, да, но были попытки уж. Чего парить? Хорошо, все, ты не домой не сходишь. Да, уже тренировка закончена. Давай, пошли. У нас 8 уже времени. Готов? Пошел! Крути! Таз! Сейчас и дальше чуть-чуть остыть. Начинается все проблемы.
Нет, я в коленке пойду. Давай, Лена! Что, готов? Давай! Леночка, время у нас много, мне кажется. Тогда можно просто сантехнику покрути. Лепка, ты очень рано начал. Ты готов? Я жду, пока ты скажешь. Ну все, Сань, иди загорать. Пошел! Скажи. Я помню, назад прикинул. Через мост пошел. Пошел! Крути! Стас! Макс, отплыви отсюда, отплыви. Молодец, Леха, молодец. Пять! Я все, я убегаю. Делай, что хочешь. Давай! Живот! Пошел! Ноги! Я без подушки. Ну ты рядом вошел. Давай. А, потом, громко. Вот. Вот.